Я задал вопрос президенту РФС Александру Дюкову по поводу того, что не рассматривается ли переход в Азию. Он сказал, что да, на исполкоме будем это обсуждать. Как вы на это смотрите? Слушай, ну, я смотрю, что лучше играть где-то, чем нигде. Азия так Азия. Просто чемпионат мира показывает, что и наши товарищеские матчи, что и в Азии-то мы тоже не будем лидерами. Но вот эти стенания по поводу того, что далеко ездить, неудобно. Ну, за те деньги, которые получают наши сборники, они даже на лошадях должны скакать к месту проведения матча. Вот, поэтому там же ребят, кто зарабатывает как рабочий на заводе, нет. Практически все миллионеры, поэтому это небольшие, знаешь, издержки производства. Вот. Тем более на поездах их никто не отправляет, все равно самолетом лететь там, до Японии 8 ну, часов, 9. Да, Андрей Владимирович, 8-9 часов это ничего тоже страшного, как бы. Один раз можно слетать, даже два раза в году. Ну, ты в группе, например, с кем-то будешь играть, ничего, пару раз сгоняешь. Два раза в году это если сборная. А если клуб будет играть в местной Лиге Чемпионов, то уже как бы 4-5. Ничего страшного, тоже. Что такого? Слушай, они получают все огромные деньги. Они за эти деньги должны через день мотаться, носиться. Ты пойми, что если ты спроецируешь деньги, которые получают футболисты, на деньги, которые получают нормальные люди, даже те, например, кто по работе мотается в Комсомольск, на Амуре, во Владивосток, в Хабаровск, если ты это все переложишь, ты поймешь, что, в принципе, они находятся в гораздо более выгодном положении, и они должны спокойно к этому относиться. Понятное дело, что для футболистов оно лучше вообще нигде не играть. Вышел в чемпионате, 15 матчей отстоял, получил свои миллионы и все. Но есть ситуация, которая выглядит по-другому. Я считаю, что я не вижу ничего ужасного в том, что перейти в Азию, а потому что, на мой взгляд...